А вот хуй знает. Непонятно. Сейчас может РВ запотеет тут. Локдаун. А там Тайфер может проиграть тоже. Специально. Тоже за ним. Хочется интриги. Да, это за синих. Не знаю почему. Единственное, надо было вместо Холта Фэнзи сделать. Я про него забыл. А она вот тут нету. Я если кап один на один буду делать, надо будет анал залить. Надо просто эйвил тебе карту эту подделать, чтобы она была получше. Там оружия мало очень. Она на глаз приятная достаточно. Может ее как-то обыграть. Да. Ладно, болеем за синих, короче. Да. Да. Раскладка сейчас нормальная для синих. И чаще тут и туда еще. РВ тоже хитрец еще тут. Блин, такими нельзя сливать. Правильно.
Но все равно получше чаще. Да. Еще рано. Вчера. Блин, я же сидел целый день, когда успели, кто с кем. В смысле сидел? Вчера ночью играли одну карту. Сегодня продолжение будет. Ага, понял. И кто выиграл? Эйвил выиграл на био. Да, отлично. Ника был против кого? Против Егоров. Ага. А от них какая карта будет? От них будет Кава и Lost Village, по-моему, останется. Еще Lost Arena им забанили, да? Lost Arena нету. Ой, пижу, да, овер остался. Да, да. Это локдаун здесь останется. Нормально. Но опять-таки на локдауне за комбов тоже не очень слабо. Да, да. Именно так. Но Боба сегодня что-то не жмет.
Да. Отступился. В обрыв так. Лишь бы выиграть хотя бы. Чтобы хотя бы одно очко забрать с этой игры хотя бы. Похуй, что даже там на локи проебут. Главное вот одно очко это себе урвать и им не дать забрать три. Этих, блять, как ты с гранат убивает хорошо, у него, бля, почти все залетают. Странно, что он его не убил.
Да все, пиздец. Жалко. Шестнадцать рагов у них на кал преимущество. Бля, 4 фрага, 5, ну все. Ну бля, неудачно, так могли. Red team wins.